Всем привет! Пока сидим на самоизоляции, самое время потестить костюмы в домашних условиях. Тест костюма «Леопард», аналог костюма «Тигр» компании «Норсвей». Проверять будем его на промокаемость. Ничего так, пока сухой. Ну, как видите, напор довольно сильный, пока ничего не промокает. Самые любимые, как всегда, части — это бедра у нас и плечи. Мы будем считать, что ее достаточно намок. Сейчас будем проверять. Так, в отдельных местах по швам есть промокание при таком потоке сильно. Но это, в принципе, не удивительно, что ткань держит до определенного уровня. Так она намокла-то основательно. Изнутри никаких потеков не видно. Ткань сухая. Да, по швам чуть-чуть промокли. Так, посмотрим, что у нас с брюками. Брюки не промокли нигде. Все у нас сухо. Да. Тем, кому интересно, попробуйте сами. Ну и вот то, о чем я говорил. Костюм в этом Норсвей. Вот смотрите, здесь какие швы. Швы хорошо прошиты, плотные швы, но они не проклеены. То есть это не штормовой костюм, не дождевик. Вот, поэтому здесь как бы они хорошая строчка, плотная, специально как бы завёрнута такая с заворотом, скажем так. Вот. И обычный шов на ткани пропускал бы просто воду сразу. Этот шов держит, ну, до определенной степени, поскольку ткань мембранная. Но у всякой мембраны есть свой предел.